Лучших учеников и их родителей отметили почетными грамотами. Школа номер один имени Виктора Ивановича Муравленко подвела итоги учебного года. Наград удостоены учащиеся с 1 по 9 классы. Продолжит Аня Григорян. В актовом зале первой школы собрались юные спортсмены, отличники учебы и их родители. В центре внимания победители всероссийских конкурсов спортивных состязаний и олимпиад. Я принимал участие в научных олимпиадах, по знанию различных предметов. Я считаю своим самым лучшим результатом это олимпиаду по обществознанию. Там я, почти не готовясь, занял первое место. Ученики первой школы с начальных классов активно участвуют во внеучебной деятельности. Младшие классы не первый год занимают лидирующие места в городских интеллектуальных турнирах. Получили призовые места и в одной из главных исследовательских конференций «Цель творчества. Познание идей». Старшеклассники и активно участвуют в окружном конкурсе имени Вернадского. Елизавета Капица в этом году попробовала свои силы во всероссийском движении школьников. На российском движении школьников мы пробовали там 5 дней, и у нас проходили различные тренинги, различные мероприятия, чтобы повысить наше саморазвитие. Всего в числе награжденных 72 семьи. Год побед в первой школе – мероприятие традиционное. Это еще один приятный повод для педагогов, учащихся и родителей встретиться, подвести итоги учебного года и отметить лучших школьников. Успехи учеников – это в том числе заслуга учителей и родителей. Мы рады тому, что высокий уровень подтвердили ребята в военно-спортивных соревнованиях командарм, как на городском, так и на окружном уровне. Это традиционно высокие результаты и рейтинг в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников. У нас есть победители регионального этапа, поэтому этому мы рады. Тоже отмечалось, что исследовательская деятельность учащихся тоже на высоком уровне. Награды нужны, потому что это поднимает людям самооценку, дает им уверенность в себе и сплочает их. Учащиеся первой школы регулярно побеждают в крупнейших всероссийских олимпиадах и конкурсах. Только за этот учебный год в копилке школы более 1000 различных наград, грамот и дипломов. Аня Григорян, Сергей Шалафан, новости Муравленко.